Насчет чистки печени отвечает Дейлас С. Четко в точку вы говорите, а медикам не дают нужных знаний. Здесь не столько нужное знание, как просто-напросто элементарное знание физиологии, движение крови, что делает печень, что там образуется, что получается, почему она угасает. И более того, это же я не откуда-то брал фотографии в инфракрасном излучении, где видно, что если печень у нас плохо пропускает через себя кровь, то возникает вот эта портальная гипертония, вот эти вот расширенные вены, которые там называют голова медузы и прочее, прочее, прочее. Это же я оттуда взял. Просто не знаю, почему они дальше не хотят сообразить в нужную сторону, а предпочитают там совершенно иную интерпретацию этих вопросов, толкования.